Эллен Моро, и сегодня я вам расскажу о своих преимуществах жизни в Риме. Рим. Рим – это столица Италии. И здесь просто офигенно жить. Почему? Потому. 30 минут на машине, и ты на море булькаешь свои ножки в теплой средиземноморской водичке. Другие 30 минут на машине зимой, и ты на лыжах наяриваешь, да. Вода. Вода здесь стоит дорого, но она здесь очень мягкая. Мыться одно наслаждение, правда, в душике. Солнышко. Солнышко здесь круглый год. Поэтому, если солнышка нет, то все итальянцы какашки. У них очень плохое настроение, и они жалуются. Вот еще с этими жестами. Девчоночки красивые или некрасивые. Здесь даже баба-яга – это «Чао, Белла! Чао!» Никакого стресса, никакой спешки. Почти как в Эстонии. Свежая, вкусная еда. Здесь помидор пахнет помидором. А теперь заметочка для водителей. Если очень надо, ну прям очень надо, то можно развернуться через двойную сплошную. В 99% вас никто даже не увидит и не обратит внимания. Но 1% есть, если вас остановит полицейский. И если вы скажете, мне надо было, тогда полицейский вам скажет. Да он ничего не скажет, он вас поймет. И девчоночкам на заметку, полицейские здесь очень красивые, все в форме, подтянутые, мачо. Если это веселое, красивое видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на меня и пишите ваши комментарии, о чем мне дальше писать, ревьюшечки. Всем умопомрачительного настроения!